Мурманские рыбопромышленники озабочены ситуацией на рынке сбыта, причем как на внутреннем российском, так и на международном. Рыбы вылавливают все больше, но вот продать ее становится сложнее. Для того, чтобы решить эту проблему, наши рыбаки должны соответствовать мировым стандартам, а для этого необходимо пройти специальную сертификацию. Сегодня большая часть компаний, входящих в состав Союза рыбопромышленников Севера, проходит сертификацию. Для капитанов дополнительно созданы специальные новаторские курсы по устойчивому рыболовству. Необходимо, чтобы рыбаки, которые занимаются промыслом в море, прониклись общей идеей сертификации. Это поможет доказать как крупным оптовым покупателям, так и потребителю, что у рыбаков нет никаких нарушений. Сейчас, пожалуй, самая большая проблема – это вообще сбыт рыбопродукции. Все борются за рынки сбыта. Вот для того, чтобы выйти на рынки, зачастую требуется подтверждение, что рыба выловлена и поставлена в торговлю, как бы не изымается с нарушением запасов ее, что не нарушается экология. Вот поэтому этот очень важный сертификат Морского попечительского совета, он уже признан в мире, и вот это дает нам право выйти на те торговые организации, на те страны, где без этого сертификата практически продукцию трудно реализовать. Смысл основной сертификации именно в этом. Дать потребителю это ощущение того, что покупается не только вкусный и свежий, но и экологически чистый продукт.